Здравствуйте, мои зрители. Хочу показать, как уходят в прошлое старые дома. Вот этот дом расположен в самом центре. Такой деревянный, покрытый потом какими-то листами. И очень уродливый на внешний вид. Но, наконец-то, власти решили тут что-то построить. Посмотрим на этот дом, потому что в скором будущем его здесь уже не будет. Расположен прямо вдоль магистрали. Вот такие дома были в старом Минске. Чтобы его как-то оживить, местный художник разрисовал этот дом, где расположен он осьминог морской пучине. Моряк разглядывает, что там дальше в море. Это вот часть панно. И с другой стороны. Карзолитный 26-24. Вот этот осьминог во всей красе. Здание не разгорело, тут даже что-то пожаром пахнет. Глаз осьминога. И щупальца. В последнее время тут был продовольственный магазин. Овощи, фрукты. Ну все уже. Вот это улица Карла Либкнехта. Переходим. Еще раз обзорчик. Скоро мы не увидим этого дома. Что-то другое красивое стоять.